Кока-Кола, Амигос. Сегодня я на экскурсии в Канделярии. Это город недалеко от Санта-Крус. Но от меня это фиг знает где. Но я все-таки решила сюда добраться и посмотреть, что тут почем. Ехала в автобусе и подсчитала, как одна бабушка переписывалась с кем-то, ехала, похоже, кому-то выпить пиво. Я испанский не очень знаю, но я поняла, что она ехала выпить пиво кому-то. Я просто не знала, где мне остановку заказывать, и я решила спросить у кого-то, но потом я увидела, что эта бабушка переписывается с кем-то, едет в Канделярию. Я думаю, такая, о, типа, классно, надо следить за ней. Ну, как бы, переписку нехорошо сильно читать, но я была вынуждена. Я заметила, что она едет в Канделярию с кем-то попить пиво, и думаю, ладно. Я потом вышла за ней на остановке и думаю, пойду за ней, она туда пойдет, потому что остановка там на магистрали. Я такая думаю, ну окей, она точно, как бы ей туда, куда и мне, точнее мне туда, куда и ей, но только не за пиво. Я на остановке там пока вышла, то все, свитер сняла, потому что в автобусе работает кондиционер, и мне прохладно без свитера. Смотрю, бабушка моя уже убежала, как бы потеряла след, в общем, иду тут, не знаю, куда мне дальше. Но я хочу пойти до базилики, там есть базилика Святой Канделярии, вроде как. Ну, собственно, это не такой уж и большой город. Я думаю, что я не потеряюсь, но перепады тут, конечно, еще те. Как бы сейчас я иду вниз, и окей, а когда назад я буду идти вверх. И это будет тогда, когда я нагуляюсь. Смотрите, какие тут дворики. Когда я уже нахожусь изрядно. В общем, а мне надо будет вверх подняться на магистраль опять. И как-то перейти, я так понимаю, дорогу, потому что там где-то остановка, это на магистрали, и там надо кнопку нажимать, чтобы автобус заехал в этот бокс на остановку. Любой автобус, который будет там ехать, и так дождаться своего, в общем-то, тут такая схема сложная. В общем, потеряла я из виду свою бабушку, и все. Возможно, я как-то смешно выгляжу, хожу с камерой, все думают, что я их снимаю, я снимаю себя, но я и так сейчас буду до тени добраться. Так, и даже карту не смотрю. Мне так лень, что даже карту не смотрю. Я рассчитывала за той бабушкой пойти, но я не думала, что она такая быстрая. Видно, ей так хочется с кем-то пиво выпить, с какими-то своими друзьями, что она так побежала, что ее не догнать. Вообще ее не догнать. В общем, проезжала, как-то она ехала на Санта-Крус, проезжала мимо Канделярии. Там был указатель Канделярия, мимо тут не проедешь, тут надо отходить от магистрали, тут автобус вообще не останавливается, ни в каких остановках, которые я на Санта-Крус, которые мне же. Поэтому я, короче, заинтересовалась, думаю, ну ладно, съезжу. Особо ничего не смотрела, что почем, знаю, что есть здесь вот эта базилика. Это город или городок, не знаю, для кого как, не знаю, сколько здесь живет людей, может, 30 тысяч, не знаю, вообще без понятия. В общем, это как святая святых для Канделярии, потому что здесь базилика Святой Канделярии находится. Вот это. Ну, это католическое сооружение. Надеюсь, что я смогу попасть повнутрь в шортах, в футболке и в панамке. Очень стихонечко. Вот интересный дедушка-то. Уже как я могу добраться, значит, где-то
назад будет еще та поездочка, чувствую, обратно вечером. Ну ничего, зато интересно побродить по новым местам. Я вот здесь никогда не была. Ну и то, что есть возможность добраться относительно на автобусе. Завязан, конечно, под общественным транспортом. Теперь вопрос, куда здесь дальше? Наверное, надо перейти дорогу. В городе Сивиль есть отделение. В этом городе, получается, он большой. Здесь в городе Сивиль. Это означает, что он большой, этот город. Тут пахнет морепродуктами. И, скорее всего, океаном. И уже люди бежат из купальников. В общем, нельзя тут снимать пляж для Ютуба. Сейчас пойду загляну, что тут. Но только я сама загляну, вам не покажу. Вам ничего не покажу. Тут так разговаривают испанцы. Да, они там без купальников. Я не знаю, насколько будет меня слышно. Похоже, вообще не будет слышно. Потому что я тихо разговариваю. По сравнению, вон сами видели, там испанец разговаривает как по телефону. Такая тихая улочка тут. Они как раз часы по 9 отбивают. А что тут у нас? А, вон я уже вижу эту башню по 9. И надеюсь, меня будет слышно. Я забыла орать. Блин. Мне нужно записаться на курсы вокала. Ну, не знаю, как это называется. Мне нужно записаться на курсы, чтобы громче разговаривать в обычной жизни. Без надрыва. Без надрыва. Может, у меня легкие слабые, я не знаю. Если кричать, то я могу, а нормально мне не получается. В общем, надо куда-то записаться для постановления речи. Пешеходная уличка, и тут еще какая-то разметочка, возможно, тут можно ездить на великах, но это не точно. Но опять же, это для тех, кто любит совсем тишину. Тут все тихо, по-домашнему, вообще просто. Штиль полнейший. Нет, ветер тут сильный с той стороны будет, со стороны океана. Намного сильнее, чем, мне кажется, у нас на юге. Кстати, сейчас попробую сюда выйти. Хотя, нет, по-моему, не стоит. Будет очень ветрено. Ну ладно, еще попробую. Сейчас как бабушка завяжусь. Здравствуйте. С какие-то псины. Гавкают. А в чем тут сильный ветер вообще? А, вон песик с кем-то отдыхает. Красиво тут очень. Там человек загорает и, похоже, тоже без купальника. Блин, надеюсь, меня вообще будет слышно. Это улица магазина. Тут с этим можно зашопиться. Плохо, неплохо, но можно. В общем-то. Ну, я иду дальше. Надеюсь, хоть что-то будет слышно. О жаре. Получилось. Очень надеюсь, что будет что-то слышно. Очки, как вы видите, вообще не спадают уже. То есть это означает, что мордочка откормилась. Теперь не нужно их поправлять.
Ну ладно, буду прощаться пока с вами. Ненадолго. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Всех люблю, ценю, уважаю. Ну и до новых встреч.